Всем привет! Теплые дни уходят, но не стоит грустить, ведь это отличный повод пересмотреть свой гардероб и добавить в него кое-что новенькое. У меня для вас есть как раз несколько отличных идей. Сегодня поговорим о пальто. Несомненно, это ключевая вещь в осеннем гардеробе. Оно защитит от ветра, согреет и подарит ощущение уюта. А главное, пальто идет всем без исключения, так что даже в самую промозглую погоду вы будете выглядеть элегантно. Дизайнеры, как всегда, предлагают множество самых разных вариантов. Осталось только выбрать лучшие и разобраться, как их правильно подать. Ну что, начнем? Перед вами один из главных фаворитов сезона – объемное двубортное пальто. Впрочем, оно было популярно уже несколько лет и, кажется, останется с нами еще надолго. Ничего удивительного, ведь это действительно универсальная вещь. Пока тепло, носите его с тонкой водолазкой, джинсами и кроссовками. Похолодало? Кроссовки меняйте на ботильоны, а под пальто надевайте пуховик. Многослойность – наше все. Вам не нравится, что объемные вещи скрывают вашу фигуру? Тогда подчеркните ее с помощью другого пальто, например, такой приталенной модели. Нечто подобное носили модницы викторианской эпохи, почему бы и нам не попробовать? А чтобы сделать образ еще более романтичным, наденьте платье или юбку и обувь на каблуке. А может быть, вы поклонница классики? Отлично, я тоже. Выбирайте бежевое пальто прямого кроя, белую рубашку, синие джинсы и не забудьте о небольшой женственной детали, скажем, туфлях на каблуке. Ну что, 80-е, женственность или классика? Решайте сами. Увидимся на следующей неделе.